Мне было обидно. Обидно, можно даже больно. За, ну, даже за город, можно так сказать, что действительно настолько там, можно сказать, трущобы. Там, где частный сектор, ну, далеко не у всех все было в порядке. На самом деле развалины. Когда вдруг вошел разговор об такой программе, комплексного развития центра, я восприняла это все очень даже с радостью. Наш дом тоже включили в эту программу. Вот, а вот теперь, значит, нас расселили. Микрорайон я выбирала сама. Соответственно, я здесь нашла квартиру.